Сейчас у нас с Танюшей произошел спор. Боюсь, я сейчас ставлю на кон и свою, и твою репутацию. Да. Все, девочки, заехала, взяла такой тортик, фисташка, малина. И я спросила у девушки, говорю, а сколько у вас здесь зарплата? Ну там. Ты говорила, ты помнишь? В январе получилось не так. В январе было... Я не... Ну что, моя хорошая, вот такая красота получилась. Доставка за час. Ой, хочется плакать, вы не представляете, хочется плакать. Вот. Ну, я поплачу. Мы начинаем новый влог. Для чего? Почему? Ну зачем? Селин, отстань со своим влогом. Нет, не отстану. Влог быть! Влог быть! Я две фразы просто подумала сейчас и сказала влог быть. Хотела сказать влогу быть и влог будет одновременно. И соединила, получилось влог быть. Не по-русски. Но в этом вся я. Наверное, за это вы меня, надеюсь, и любите. За мою нестандартную мышлению. За мою нестандартную мышлению. Ну что это такое? Короче, у меня прочесон сегодня новый. Сейчас я иду за Денечкой в садик, у меня уже село прекрасное, красивое солнце, я в инстаграм сделала такие классные фотки, заходите, зацените, у меня лента обновляется, я все подбираю для вас фильтр, все время спрашиваю, какая фото лучше, какой фильтр лучше, с вами вместе сделаем все красиво, вообще мир красивый сделаем, одной лентой будет красивший в этом мире. Так, все сделала, блин, на сегодня, и сняла видосы, и смонтировала видео, все опубликовала, молодец, эти токи и фотографии, все-все-все сделала. Теперь иду малыша встречать, прогуляемся сейчас мы с ним. Таня вроде собирается сегодня прийти, но она собирается прийти поздно. Я, наверное, поздно ее не пущу, потому что мы будем спать. А если она придет, то мы уже не сможем уснуть. А она вроде собирается к 8, к 9 подтянуться. Я говорю, ну что, ты чисто спать придешь, что ли? Но если она хочет чисто спать, а потом это утром встать, дела поделать, может, так хочет. Не знаю, что она там придумала. Короче, я пошла за мелким. Так, вытащила нафиг стельки из своей новой обуви. Нормально, теплый носок вообще шикарно. Смотрите, подкатила вот так вот обувочку свою. И получилось, что у меня под шапочку носочки. Так мне нравится сочетание вот этого кислотного, такого неонового, да, можно сказать, цвета. В общем, изучала я, да, когда говорить неоновый, когда говорить кислотный. Кислотный — это считается яркий цвет просто. Неоновый — это тот, который вообще светится при неоне. Вот, так что я не знаю, светится ли моя шапка при неоне, но кислотно-яркого цвета. Ну, в общем, я бегу за малышом, такой у меня лук-стайл сегодня, побежала. Мой белый лебедь на пруду. Ты чё за грязненький такой? Ты поел и не помылся? Понравилось. Мне очень понравилось. Сегодня у вас праздник был? Можно попить водичку. Можно, пойдем купим водичку. Давай. Давай купим сок, а дома водички очень много у нас. Да? Сок будешь яблочный? Да. Хорошо. В общем, идем мы с Денькой. Погода хорошая, теплая. Единственное, что временами выходишь из-за дома и ветер такой фигачит. Денька идет, болтает что-то. Сейчас идем домой. Сейчас Деньке вкусные бутербродики какие-нибудь сделаю. Убегает. Денька за ней бегает. И домой ее постоянно затаскивает. Это такая прикольная. Сидит такая, несут ее домой. Это ритуал у нас. Она выбегает, он ее берет на ручки, и она такая вот, типа, я убегу, а вы, я вам нужна, вы все равно меня домой занесете. Доброе утро всем. Отвела Денечку в сад. Сегодня пятница, уже последний день. Всех поздравляем сегодня воспитателей, заведующих. Я еще лично от себя подарила коробочки конфет сегодня двум воспитателям нашим. И вечером еще воспитательница другая обычно отдает Денюшечку. Ей тоже подарю коробочку конфет. Вот, так что сегодня они будут завалены, я думаю, цветами и конфетами. Вот нелегко держать диету, наверное, воспитателям, учителям. Напишите, кстати, вот если кто-то есть по профессии, да, там, кому, ну, врачи, воспитатели, учителя, да, кому дарят на праздники постоянно стандартный набор, это конфеты, цветы, цветы клево, классно, приятно, да, но конфеты, их же надо есть, а кто следит за фигурой, эти конфеты все время, пока,
или кто-то не парится, или я знаю, что учителя, у меня, допустим, учитель был, у моего бывшего парня была мама учительница, педагог, она в институте где-то преподавала, по-моему, или в техникуме, что-то такое. Ну, уже более взрослые такие вроде ребята, но все равно тоже, что там дарили, алкоголь, конфеты, цветы. И дома всегда много было. А, еще сервизы всякие такие, я так помню. По-моему, сервизы еще, да, дарили. Вот. И много всего этого было. То есть всегда можно было взять и кому-нибудь на подарок отдать. Вот, ну, короче, интересно. И что бы вы хотели, чтобы вам дарили? Что вы ждете всегда? Или вы ждете все время цветы и конфеты уже? Ничего другого не ждете. А что еще можно подарить? Якибаны какие-нибудь, да, которые будут стоять, статуэточки какие-то, которые будут. Они подойдут в интерьер, не подойдут, неизвестно. Ну и проснувшись, я отвожу малого в сад. И как вы думаете, о чем я думаю? О чем я думаю? Бинго, кто угадал. Я думаю о том, что мне предстоит вырывать зуб через 4 дня. Это просто ужас какой-то. Это хорошо, что я еще записалась. Если бы я не записалась, я бы вот так вот нервничала, переживала бы, что надо записаться. Но теперь я хоть записалась и понимаю, что раньше этого времени я просто не могу пойти, потому что запись. Фух, быстрее бы это закончилось, если честно. Это какой-то ужас. Но ваше сообщение под предыдущим влогом меня реально подбадривает. Кто писал, что это правда, тоже нервничали, а на самом деле раз-два, и все быстренько закончилось. Вот я так и настраиваю себя, что это будет намного быстрее и легче, чем мне кажется. Все, сейчас пью кофе, включила сериал новый. Кстати, посмотрела «Озарк» сериал, хороший, мне понравился, 3 сезона на одном дыхании, жду теперь новый сезон. Новые серии. И сейчас включила сериал «Бумажный дом». Первую серию смотрю. Так, ну что, мои хорошие, ко мне должна прийти Танюша. Она пока занята там. Мне нужно пойти подпилить зубик чуть-чуть. Так, ну и зачем я еду? Я еду сейчас подпилить зубик свой, потому что, когда укол, да, не всегда правильно ощущаешь, там мешает тебе что-то или нет. И сегодня моя стоматолог работает в первую смену. Она говорит, если что, подскочишь. Ну вот я чувствую, что я бы подпилила до идеальности все. Хотя он сам, может быть, обточится. Но так как я готовлюсь к вырыванию зуба, все должно быть идеально, ничего не должно беспокоить. Короче, к чему еще? И что еще? И так бы я не выходила, да, если бы не зуб. Ну и думаю заодно заехать и взять темные пряди. Еще 2 пачки. Или 3 даже. Темных прядей, вот таких вот. И я в следующий раз хочу сделать себе вот такого цвета пряди все темные. Вот, ну и посмотрю, что новенького там пришло у них. А вообще буду заказывать на Алиэкспресс. Я хочу заказать, знаете, темные вот здесь вот корень, да, и переходит плавно в белый, вот такой. Ну, цены, короче, примерно такие же, как на рынке, чуть-чуть дешевле можно найти на Алиэкспресс. А так, в принципе, там я переплачиваю 100 рублей, наверное. Сижу сейчас, жду Викторию Игоревну и познакомилась заодно с хирургом. Посмотрел зубик, я говорю, ну вы скажите, что все будет быстро, все хорошо. Ну он посмотрел, говорит, по-хорошему надо все 8 удалять, а и ставить импланты там, где у меня нет зубов. Мне же в свое время поудаляли много жевательных зубов. Вот. Я говорю, нет, какие 8 удалять? Я говорю, тут 1 зуб удалять, говорю, и то со страхом, говорю. Ну, скажите, что там легко, все нормально. Он посмотрел, говорит, ну, 30 минут, не переживайте, все хорошо будет. Очень спокойный. И мне кажется, он мне уже удалял зубик 1. Вот. Очень спокойный, коренастый такой. Представляете, зашла сейчас за косичками девочки, а косичек моего цвета нет, которые я брала. Там есть темнее не хочу, а светлее они уже вообще другие, светлые. Видимо, разобрали их, трындец. Или, может, партии разные. Вроде на том же месте висели, но они темные какие-то. Она даже сразу сказала, говорит, они темнее, чем ваши. А таких, как у меня, нет. Нормально? Ну все, я походила, погуляла, короче, ничего не нашла. Буду брать на Алиэкспресс заказывать. Я там что-то вкладки пооставляла, позапоминала. Сегодня вечерком буду, в общем, ковыряться, штудировать.
Еще я хотела попробовать подкрутить. Ну, по-другому. Видите, здесь как бы гофрировано сделано немножко. Я хочу подкрутить прямо на локон вот так сделать, как оно будет смотреться. Вообще, можно на плойку сделать 180 градусов. Вот. А можно просто на бигудю какую-нибудь навернуть и в горячую воду. И оно очень быстро, каниколон, фиксируется в горячей воде. Это один момент. И сейчас я еду за ковриками. Коврики уже готовы. Вчера еще мне позвонили, но я еду сегодня. Забрала, кстати, коврики я. Вот они лежат. Попозже их поменяю, покажу, как оно. Классные коврики по цвету, все идеально. Вообще все супер. Размер прям тык-в-тык, все супер, короче. Я вот, знаете, еду хрен знает куда за кофе, на самом деле. Я просто думаю, ехать домой можно было бы. А можно было бы по дороге вот как-то вот, ну, удобно здесь было бы за кофе заехать в горизонт. Вот я еду сюда за кофе. Представляете? Офигеть. Я надеюсь, только будет где машину поставить там. В кармане вообще не нашла маску, открыла новую. А она пахнет химозой какой-то. Ладно, пошла. Вот сюда я хожу, вот здесь на первом этаже этот серф-кафе есть, мой любимый. Сейчас буду думать, с каким вкусом брать кофе. Все, девочки, заехала, взяла такой тортик, фисташка, малина и кофе с ванилой, не пробовала еще. И потом побегу уже по делам. Ну вот, кстати, прикольное местечко, где я была. И вот там бы, вот когда вы спрашиваете, вот если бы не блогерство или что-то там еще, вдруг случись, на работу нужно будет выйти, какие бы профессии там я выбирала, да, я бы пошла вот кофе делать в серф-кафе, например. Мне нравится там, очень уютно, атмосферненько. И я спросила у девушки, говорю, а сколько у вас здесь зарплата, ну так вот, да, чтобы... Ну, она говорит, что у них не полный день рабочий, то есть там 6 часов где-то, я так понимаю, или даже меньше, может, 5. Вот, и типа там 5 дней в неделю, но ты работаешь не полный день, вот так вот. И, ну, конечно, она говорит, это зависит, идет, в общем, ставка за выход определенная, плюс проценты за, ну, как бы, продажи. Получается, я говорю, ну что-то 20-25 это мало, в среднем, да? Ну, то есть бывает больше. Ну, наверное, это она минимум мне назвала, мне кажется. Не может быть меньше, куда уж меньше. 15 тысяч, что ли? Вот. Но суть в том, что работа, я считаю, должна приносить удовольствие. И вряд ли я пойду, я не знаю, это, наверное, все должно закрыться, и реально уже вот вообще ничего просто не быть, чтобы работать на работе, которая тебе не нравится, которая не доставляет тебе настроения. А так я кофе люблю, да, атмосфера классная, музычка клевая, все такое, все кайфовенькое, люди такие просыпаются, бодрятся кофейком, у них настроение улучшается, когда ты им подаешь кофе. Тоже прикольная, вот, мне кажется, работа, отличная. Но думаю, какое-то время точно бы мне было интересно бы на ней работать. Хостес в ресторанах, где-то в кафе, мне это тоже вообще очень интересно, хостес. Ну вот если выбирать работы, да, в которые вот люди работают, то вот такие. Продавец-консультант в каком-то большом магазине, вот типа там Зары, может быть, да, вот масс-маркет такой большой, я бы, наверное, не хотела, потому что там такой большой поток людей, и я уже работала в Адидасе, был у меня опыт, конечно, это трындец, когда тебе нужно пойти по часам поесть, может быть, ты в этот момент не хочешь есть, а тогда, когда тебе уже тошнит от голода, тебя никто не пустит, пока кто-то не поест, или пока не разложишь ты все вещи так, чтобы куратор, который там проходит, смотрит, у тебя не должно торчать ни одной вещички на твоей зоне. А люди идут потоком, и они тут же все вот так вот переворачивают. Ну, короче, это очень сложно. Я бы выбрала какое-то более спокойное место, где, ну, не такое, как Макдональдс или вот что-то там много людей, где, да, что-то более такое спокойное, уютненькое. Даже хостес, наверное, я бы, если бы работала, то тоже выбрала бы себе какой-то... более такой, знаете, премиальный ресторан, чтобы не бегать там, как Сайгак, вот так вот. Ну что, мои хорошие, я вам даже не успела маму Таню подснять, да, она приходила ко мне в гости быстро, зато она успела меня подснять к себе во влог. Короче, она забежала быстро и поехала на окрашивание волос. Вот, а я ее только подсняла в видео в другое, короче. Сейчас... пойду в Wildberries, там кое-что заказала, это тоже будет в одном из видео, покажу потом, что показала, что купила, господи, голова не варит.
Мне кажется, к тому времени, когда я пойду вырывать зуб, мне так настофигеет об этом думать, об этом страхе, а я не могу пойти раньше. Ближайшая запись была там на определенное число после праздников. И я вот это вот гоняю целыми днями, мне уже просто надоело, мне настолько надоело уже, а еще несколько дней должна об этом думать, что я уже сейчас бы поехала, бы просто бы, если бы сказали сейчас время, если бы пошла, сделала укол и вырвала бы этот зуб. Просто мне надоело уже о нем думать. Я думаю, что к этому времени я так замаринуюсь, что я уже просто буду счастлива, когда пойду его рвать. Вот, из-за вот этого, короче, я вот забываю все слова. Короче, за посылкой пойду сейчас, потом за Денькой в сад, и все, мы будем сегодня дома. Что-нибудь приготовлю сегодня. Рулет, думаю, приготовить куриный, я там набрала все для рулета. Вот, сегодня будем готовить рулет. А кто это у нас тут? Денюлька! Пришел такой, мама, я хочу водички пить. Уже который раз. С жаждой. Вон крышка, Дань. Крышка закрой. Короче, девчонки, представляете, какой я везунчик, вообще интуиция четкая у меня. Я сегодня утром взяла два подарка, две коробочки конфет. И взяла для воспитательницы, которая будет нас встречать. И думаю, мало ли кто-то из воспитательниц наших еще будет. Или, может, заведующую встречу. Я почему-то ее хотела встретить, хотя я не знаю, как она выглядит. Но я просто заведомо ее знаю, она знакома с женой моего брата. Вот. И я думаю, блин, как она выглядит? Мне хочется с ней познакомиться, ее увидеть, в конце концов, и как бы вожу Денечку в садик, и хочется заведующую хоть увидеть. Написала в группу девочкам, говорю, девочки, кто знает, как заведующая наша выглядит? Мне скидывают ее фотографию. Я думаю, вот хорошо было бы встретить ее и лично ей подарить коробочку конфет. Вот, ну, как-то вот, не знаю, так вот, встретить ее и подарить. Поздравить ее. Вот. Ну, не знаю, я ее ни разу за это время просто не встречала. Говорят, что она очень много работает, она очень поздно уходит, очень рано приходит. Вот, и, короче, не встречала. И, в общем, получается так, что я беру две коробки конфет утром, и встречаю двух наших воспитательниц. Они сразу встречают детей, две наши воспитательницы. Я дарю одной и другой. Вечером, ну, как бы у нас еще одна, получается, воспитательница, но я думаю, наверное, заведующую не встречу, как бы, ну, на всякий случай я взяла еще две коробки конфет. Думаю, нашей третьей воспитательнице, которая обычно вечером ребенка отдает, да, и думаю, ну, мало ли, вдруг, правда, встречу нашу заведующую. Представляете? И только я захожу, девочки скинули фотографии, я хоть знаю, как она выглядит, и только я захожу через в садик, да, и я смотрю, женщина похожая по фотографии очень. И я такая, она открывает двери, да, ворота садика, я такая захожу и говорю, здравствуйте, а вы наша заведующая? Она такая, да, такая милая женщина, вообще не зря ее хвалят все, прям энергетика такая, знаете, хорошая. Она такая, да. Я говорю, блин, я так вас хотела встретить и поздравить вас лично. Вот, поздравляю вас, вот, коробочку конфет. Она такая, спасибо, там, то это. А, я говорю, я вот заведомо вас знаю, тра-та-та. Напомнила ей про невестку нашу. Она такая, да, да, говорит, не хочет к нам на работу идти. Ну, она уже работает по специальности. Вот, я говорю, ну, вот так вот. Она такая, ну, все, я говорю, вас так хвалят, так, ну, приятно все равно человеку, что о нем говорят, интересно. Вас так хвалят все, всем вы так нравитесь. Она такая, ой, так приятно, говорит, я оправдаю ваши ожидания. Вот, короче, ну, приятная женщина, классно. Вот, и воспитательницу нашу вот встретила, третью, которую тоже. Так что всех по плану поздравила, прям все, как у меня было расписано сегодня, прям все так и получилось. Все, теперь у нас 3 дня выходных. И потом понедельник начинается с удаления зуба. Вторник, точнее, понедельник выходной, а вторник начинается с удаления зуба. Кися, как дела? Я устал. Устал? А что ж ты делал, солнышко, что ты устал? Ты играешь? Я водички попила. Давай пристегнемся, мы на почту поедем? На почту поедем. Надо посылку забрать. Кстати, девочки, коврики. А, я показала коврики, да? Ну, помните, у меня были такие бежевые на Infinity. Вот, и я заказала такие же, потому что эти резиновые вообще ни о чем ошные. Тем более, они там заворачиваются, и вот у меня там проблемы иногда бывают. Я, короче, это, отдам машину, мойку, мне все попылесосят, здесь уберут, и я тогда поменяю на коврики, покажу вам потом внешний вид. А еще, знаете, что заметила? Что мы перестали ходить в бассейн, и я перестала ходить в фитнес-зал. Понимаете, для меня Дэнь
только был мотивашка. Вот сейчас у нас остался логопед раз в неделю, в субботу. И вот это единственный день, когда я буду ходить в фитнес. Но на самом деле пока я не могу влиться, да, в график такой, что я сама буду ходить. То я с Денькой, понимаю, хожу, знаю, мы в бассейне потом поплавать, а то я одна буду. Как-то вообще скучненько. Представляете, девочки, еду, у меня бензин уже мигает. Понимаете, мигает, что он заканчивается. Я еду, даже не смотрю туда. Все, мимо заправки как раз ехала, сейчас заправлюсь. Получила посылочку. Василечек будет на втором видео, на втором канале точнее. Будет на втором канале обзорчик. Наша традиция продолжается. Мила убегает, а Дэнни ее приносит. Эту кошку, она сидит такая и да, говорит, я вам нужна, а вы без меня ничто не сможете сделать, будете грустить, искать меня. Да, Дэнни, хитрая кошка наша. Хитрая кошка-манипулятор. Так, зайки, все, я приготовила. Сейчас буду делать рулет. Я на крупной терке сделала сыр. Так мне больше нравится на терке, чем в блендере. Разделала мясо, это курицу копченую. Здесь у нас будем пробовать со спаржей морковь по-корейски и зелень. Сейчас возьму, что у нас там, легкий майонез, соус есть, и начнем рулет. Помимо того, что мы с вами экспериментируем здесь на терке, здесь я порезала более крупно курочку, мы еще с вами будем экспериментировать со всякими разными майонезами. Вот здесь сейчас первое мы наносим легкий 20% майонез. У меня просто осталось там чуть легкого, там какой-то тартар чуть-чуть с лимонным соком, и я боюсь, что майонеза уходит сюда много. Вот, и мне вообще его надо уже скорее избавляться от него, от этого майонеза, который есть. Потому что я перехожу на все полезное, без сахара, там, без всего. В общем, размазываем сейчас вот этот майонезик. И первый слой у нас будет курочки. Итак, включила свет, а то что-то темно. Первый слой у нас получился вот такой. Теперь накладываем второй лист. Тоже промазываем его остатками, то, что здесь. И добавим, может быть, новый покажу какой. И будет следующий слой у нас морковь со спаржей. Чем больше будет майонеза, тем более будет пропитанный он потом. Размазываем. Я промазываю прям все края, чтобы не было сухих краев. Тоненьким слоем, но можно, чтобы все было промазано. Распределяем морковку. Морковочка сочная, дает сочности. Чуть-чуть, кстати, это островатая. Вот такой красивый у нас получился следующий слой. Давайте следующий делать. Сейчас у нас будет сыр, майонез и сыр. А майонез тут закончился, кстати, мы будем расходовать. Вот, смотрите, у меня будет лимонный сок тут вот еще, тартар соус тоже надо их закончить. Вот, возможно, тартар сейчас сделаем. Так, слой сыра у нас теперь идет. Сыра, кстати, тоже. И все на глаз в этот раз делала. Ну, как бы два корочка, а вот сыра на глаз. Вот сколько осталось, столько и сделала. Может, даже его много. Итак, последний слой. Весь тартар у меня получается. Он сам там, видите, с зеленушкой, с кусочками чего-то. И зелень я тоже в прошлый раз я делала ее в блендере. А сейчас я ее просто порезала. И просто вот так вот раскидаю. Зелени можно было бы и побольше сделать, но то, что было у меня, то я и сделала. Сворачиваем. Сейчас вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все, свернули. Теперь берем острый нож и режем. Крупненькими такими, чтобы не развалилось у нас. Желательно острым-острым ножом. Ой, красота. Ну что, мои хорошие, вот такая красота получилась. Я знаю однозначно, что это вкусно. Сейчас сделаю себе чай.
съем одну или две, скорее всего, потому что невозможно остановиться от этой вкусноты. Выглядит как тортик. У меня есть отдельное видео, где я делаю, ну, то же самое, только в блендере практически все. И даже зелень в блендере я мельчила. Там по-другому немножко ложится. Кому интересно, можете посмотреть. Я тут оставлю ссылку наверху. Вот. И этот рецепт посоветовала одна из моих подписчиц. Большое спасибо ей за это, потому что это реально на любой праздник красиво, так видите, яркие цвета. Ну и для себя тоже удобно. Сейчас я съем пару штучек, а остальное просто пакет вот так вот прям одену и в холодильник. Все. Приятного аппетита. Блин, съела один вот такой рулетик, девочки, сижу я над ними и думаю, блин, я их вообще сама все съем или нет. Таня только была в гостях, она бы точно парочку умяла. А Кристинка только 8-го, может быть, приедет, а может быть, нет, неизвестно. Блин, надо срочно кого-то в гости звать. Опять снимаюсь! Что же ты делаешь-то? Ой, Таня, короче, Таня покрасилась, там это, подстриглась и типа говорит, не снимай меня, как будто что-то изменилось. Вот мы не сказали бы, они бы не заметили вообще. Зайчик, включи свет, давай мама продукты разберет. Мы Пятерочку заказали с утра. Да, у меня Танюша в гостях, она монтирует видео, я тоже сижу монтирую видео. В Пятерочке быстренько за часок мы сделали заказик. Я чуть-чуть тут заказала, сейчас вам покажу, что заказала. Доставка за час всего лишь-то. Из нового я купила шпинатик. Смотрите, я хочу попробовать сделать. Кто-то мне сказал, что зеленый борщ типа не отличается, щавель или шпинат. Я решила попробовать. Ну и вообще, со шпинатом можно что-нибудь приготовить. Какой-нибудь даже пирог со шпинатом. Не знаю, взяла шпинат. Зелень взяла, потому что зелень закончилась вчера. А еще смотрите, по акции. Вообще клево, что по акции много всего. Смотрите, какие я купила. Вот такие. Они мне очень нравятся. Тольятели, только другой фирмы. Они вообще по акции были за 100 рублей. Вот еще вот такие будем готовить. Вот такие макароны взяла, тоже были по акции. Думаю, что не взять, надо брать. Я вообще зашла там, типа, все по акции. И посмотрела, что по акции мне подходит. Так, бананы взяла, потому что бананы у нас быстро заканчиваются. Грейпфрут один взяла для смузи моих. Сырок взяла вот такой вот. Вот такой вот российский. Это сейчас Деньки буду делать бутерброды с сыром. Так, что еще? Это что такое? А что это такое? Я этого не заказывала. А! Это что, подарок на 8 марта? Девочки, смотрите. Подарок от Лоренс. Альпенгольд. Молочный. Шоколад молочный, изюм, арахис, вафли, протеин, пребиотик, злаки. Воу. Вот еще какая-то штучка. Берлинки, хрустящие конфетки. Восхищение. Вот что-то еще. Нет, это какой-то подарочный набор. Я этого ничего не заказывала. Это, наверное, к 8 марта всем дарят. Офигеть. А здесь вот такая шоколадка. Кусочек. На пробу, наверное. Наверное, какой-то это. Слушай, Ля, прикол. Надо посмотреть. А может, я случайно заказала? Но я ничего такого вообще не заказывала. Так, ладно, помидорчики еще заказала. Ну, а тут Денькины всякие. Вот молочные ломтики. Фруктоши. Я ем такие. Денька ест. И соки вот такие я ему взяла. И одну пачку печенья вот такую взяла ему. Все, соки по акции были все, поэтому я взяла. Ну, как бы 20 рублей, по-моему, там где-то получается. А он иногда любит у меня сок попить, чтобы литровый не открывать, я ему вот даю. Еще такой момент, вот что это сегодня в первый раз такое случилось, потому что до этого, вот, например, смотрите, акция, да, тут, если берешь по 4 штуки сразу, то получается, например, стоит 18 рублей, да, а если по одной, то рублей 30 стоит, ну, к примеру, да, и бывает, я заказываю такие 4 штуки, а потом, а у них какой-то одной нет, то есть у них всего 3, там, например, или 1, или 2, а я их заказываю, в принципе, только потому что они по акции, да, они убирают одну и не делают мне акцию, и, получается, я переплачиваю. Вот, и было такое пару раз, что мне приходил заказ, и типа я думаю, а что это, блин, одной штуки нет, тогда и не надо было мне вообще. А сегодня мне поступил звонок, и там было написано, зайдите типа в приложение или пройдите по ссылке и замените товары в течение 5 минут. Блин, так это неудобно, 5 минут, я бегу скорее там, так, что здесь надо сделать, я боюсь, знаете, лишнее что-нибудь заменить, чтобы в итоге сама себе хуже не сделала. В итоге удалила товар, сегодня все нормально было, то есть я заказала
Короче, я там что-то заказала, чего-то одного не было. Вот, вот, вот из такого, да, из соков. И в итоге я все 4 удалила. Вот так вот. Короче, скорость нужна. Ну что тут можно уже попробовать? Селена, давай. На вот. Шоколадки это мне, я так понимаю. Ты ж не ешь это все. На вот. А это тоже мое? Берлинки. Вы поняли, да? Вот? Всем привет. Ты же не ешь. Сначала мы нет, я пробую. Это арахис, наверняка арахис. Ты же не ешь арахис. Вот шоколадка тебе, да. А что это тебе вообще? Кому-нибудь подарю? Что это сразу тебе? 8 марта. Что ты? Консьержке сейчас подарю или девушка, которая убирает. Ты посмотри, мне дай попробовать. Вот наглая зараза. Да что я... Из-за тебя шоколадки начинаю есть. Быстро съела и исчезла. Берлинки, смотри, попробуй. Прикольные? Да? Ой, что и как раз 3 штуки. Она вкусная, воздушная. На, Дэнь, попробуй берлинку. Вкусная. Обалденная. А мне не айс. Не айс, а я такой обожаю вообще. Не айс. Хрустященький, прикольный. Клево меня? Никак в январе, я же тебе говорила. Ты помнишь, что в январе получилось не так. В январе было... Я не каждый день работала, а в феврале, вы слышите? Получается, вот было каждый день и гораздо здесь было... Здесь Таня что-то говорит про февраль. Там что? Ремонты идут. Что непонятного-то? А тут Дэня скачет и просит ручку. О, да. Затишье. Да ну какое? Нет. Мне кажется, у меня глаз дёргает. Мое утро. У меня голова вот такая, как надулась, как шарик воздушный. И сейчас лопнет. А еще параллельно я сейчас сделала видео для вас и решила его сохранить на всякий случай. А у меня часто бывает так, что когда я его сохраняю, у меня выбивается программа, просто вылетает. Но если я начинаю заново в нее заходить, там типа продолжить. И бывает, что вот это продолжить куда-то выбрасывает непонятно куда. И, короче, я думала, что сейчас все исчезло. В итоге я с горем пополам нашла это и прогружается сейчас. Мне плохо, мне срочно нужно выйти на улицу и выпить успокоительное. Так, зайки мои, запеканочку сделала в моем мультипекаре. Тоже рецептик будет у меня на втором канале, где я буду делать обзор мультипекаря. Вот сейчас остывает, будем пробовать. Сейчас у нас с Танюшей произошел спор. Ну, запеканка не такая классическая, как обычная запеканка. Она немножко какая-то, знаете... как будто прорезиненная чуть-чуть, да, то есть не такая вот реально, как если я в мультиварке делала, как я делала сырники, допустим, в духовке, совсем другое. Вот, и тут мы начинаем с Таней разговаривать, и она говорит, ну дело в том, что руки, дело в руках, дело не в мультипекаре, дело не в ингредиентах, а дело в том, что кто делает это все. Можно? И я говорю, подожди, сейчас ты ставишь, я же ничего сейчас не привираю. А если окажется так, что это действительно окажется так, то ты больше вообще не будешь готовить? Или ты меня больше не будешь пускать на кухню? Нет, почему? Я просто боюсь. Нет, нет, я просто для себя пойму, что дело в моих руках, а не в мультипекаре. Да, что дело в моих кривых руках, я готовлю это вкусно. Я даже боюсь. Я сейчас ставлю на кон и свою, и твою репутацию. Да. Это... Случилась какая-то подстава, это, наверное, это Таня в помощь, ее силы, хранители, ангелы. И у меня села батарейка на этом, но ничего, мы продолжим на моем телефоне. Дело в том, что я согласна, что, конечно же, зависит очень много, как человек готовит, да, то есть, конечно, зависит от того, допустим, два человека по-разному готовят борщ, да, но здесь зависит уже, как человек режет, что он добавляет, что он сначала кидает, что он потом кидает, то есть это все играет роль. Но если мы применяем одну и ту же печку, мы применяем все, делаем по рецепту, добавляем все одно и то же, то я боюсь, что здесь получится все одно и то же. Я боюсь, что здесь получится все одно и то же. А Танечка утверждает, что все получится по-разному. И сейчас, используя все те же самые ингредиенты, что и я, воспользуясь моим мультипекарем, она приготовит намного все вкуснее. Все как положено будут. Оладушки, да? Ой, не оладушки, а то... Оладушки. Все, поехали. Твою штучку засунуть. Просто засунь как-нибудь. Как-нибудь. Как хозяйка. Ёпти. У меня другой блендер. Зато классно все получается, да? Готовишь просто супер. Пальчики оближешь. Сейчас посмотрим. Ты посмотри на нее, Селена. Да ты 300 тысяч раз сказала, что у меня руки, блин, из жопы. Поэтому вот у меня... эту подошву будешь сама есть.
Вот, вы понимаете? Все. Давай. На, ты... Вы посмотрите на ее канале, она, конечно, это все уже, естественно, подотрет, как она там рассказывает, как вкусно, ой, ну вкусно, ну что ж скажешь, вкусно, а теперь кричит подошву. Вкусно. Ага, ты просто это, близнец по знаку зодиака должна быть, меняешь свои. А это что такое? Это потом мы сюда положим. Да ладно, вкусно, блин, нормально, блин, но это не запеканка. Давай, это не запеканка. Не тренди, подошва. Так. Селена, не могу. Берем сюда, так, все, те же самые ингредиенты, половина осталась творога того, половина того, все, высыпай. Давай, я тебе сейчас подскажу, как все делала. Я... В общем, добавили мы все ингредиенты сейчас, как и я добавила. Таня все взмешала. Сейчас она зальет это все в пекарь. И мы попробуем, что же у нее получится. Ну, если действительно, видишь, что... если действительно у тебя будет так же не так. То ты подаришь мне всю свою бытовую технику. Нет, то я. Пылесос. Нет, то я просто пойму, что ты права. Ишь ты, руки из жопы у меня, она сказала. Готовить я не умею вкусно, она сказала. Сейчас проверим. Ну, чувствую, сейчас запеканка будет огнище. Я бы не клала оливковое масло. Ой, вот сейчас не надо, подожди. Да, во-первых, мы потом о рецепте поговорим. Ты сказала, что ты вот. Мы о рецепте поговорим потом. Мы сейчас говорим о том, что ты заявила. Ты сказала, что руки у меня из жопки. Сейчас проверим, откуда твои ручки. Ну, я этот рецепт изначально не одобряю просто. Ну, хорошо, отлично. Но дело просто в другом было изначально. Да, поэтому хорошо. Ты готовишь сейчас. Слушай, ну я же не знала, что ты готовила здесь с оливковым маслом. Так вот, надо было тогда не трындеть. Я же еще с тобой поспорила, ты свои версии держишься. Теперь давай, блин. Ну, я думала, здесь нормальный рецепт, а ты его... Нет. Ты а думала... Ты его, нет, ты не думала... Со своими вот... Нет, ты не думала, что здесь нормальный я рецепт. Добавила... Ты сказала, что руки у меня не те. Ну, я потому что не знала, что ты отошла от Потому рецепта. Что ты трындычиха. Так, ну что, давай, открывай запеканку, она готова уже. И вытаскивай ее вот сюда на тарелочку. Она должна остыть ровно 7 минут. Тарелки чисто не было? Нормально, нормально, это вкус не поменяется, аккуратно. Так. Вон, бери черную. Смотри, как поднялось все. У меня точно так же поднялось все сначала, а потом опустилось через 7 минут. Слушай, может быть тогда пусть она стоит здесь еще и не будем вводить, а пусть она до конца... Таня, мы делаем точно так же, как и я. Хорошо, хорошо. Твои руки все исправят сейчас. Да у меня красивее, чем у тебя. Она даже сразу симпатичнее, чем твоя. Хорошо, сейчас. Всё. Главное, чтобы она была вкуснее. А что за черные точки? А, это твои осаи, да? Все, пусть остывают. Ну давай. Какая же подошва, как и у тебя. Опустилась все-таки, да, опустилась. Ну, я тебе что скажу. Подожди, давай попробуем. Всё... Ну подожди, да, может быть, все-таки ты окажешься еще права. Ты надеешься, что она вкусная? Я надеюсь, что она вкусная, ты была права, а не просто так голосила тут. И режешь ты, конечно, по-другому. Может быть, это тоже играет роль. А, не так. Мне кажется, она чуть-чуть у нас не доварилась. Смотри, да. Слушай, ну ты сказала, выключай. Мы выключили, как ты сказала. Ну да. Ну. Сыровато, да? Сыровато. Рецепт, конечно, но зато чувствуется творог. Но это пока. Давай. Будет тесто. Я слушаю твои извинения по поводу моих ручек. Ну, херня твой рецепт. И я думаю, что дело не в руках. Потому что это моя запеканка тоже такая себе, знаете. На троечку, так в лучшем случае. Ну, то есть ручки у меня что? Хорошие. Умею готовить, да? Да, нормально. Не, ну вчерашний рулет, видишь, я почти весь съела. Так что нехер трындеть, поняла меня? Будешь готовить потом. Отвечай за свои слова. Боже, не буду. Слушаюсь тебя, повинуюсь, Селена моя. Слушай, не, ну серьезно, что-то в этом, с этим рецептом да, не то. Рецептик не айс. Подожди, вот. Погода у нас просто атас, девчонки. Замело все снегом, там ветер, дождь, мамочка, полуград. Подвинь. Подвинься, сейчас пристегнемся и подвинемся. На левые часы одели эти часики, на левые часы одели руку, да? Ну, вы поняли? Это для логопеда, чтобы лево-право понимать, где что. Но, как бы, ну, учить, типа, что левая рука для левой. Короче, я сегодня максимально нервная вообще какая-то, я не знаю, взвинченная. Мне, походу, вообще надо, чтобы я дома была одна. Вот, и все. Или я устала, или что, я не знаю. Короче, я на взводе сегодня нервная, меня все бесит, я очень нервная. Я выпила сейчас успокоительное
И даже, по-моему, они не помогают. Вот. Думаю, что делать с волосами. Мне понравилось их носить, мне как бы не хочется их снимать с одной стороны, а с другой стороны все-таки нужно и голову нормально помыть надо, и заплести нормально косички, да, и все-таки я хочу вот одни темные. Я так расстроилась, что не было. Сейчас бы у меня было две пачки вот этих темных еще, и я бы сняла бы их, помыла голову, чуть-чуть отдохнула бы и следом бы сделала. Еще сенегальский хочу попробовать, когда из темного в светлый. В общем, ладно, едем. Вот она погода во всей красе, девочки. Вот наш фитнес-клуб. Сегодня не будет бассейна, не будет тренировки. И вообще сегодня собой крайне недовольна, потому что я сегодня очень много нервничала и злилась, и очень много плохой энергии выплескивала, негатива. И я очень не люблю, когда я не могу с собой совладать, я себя за это внутри ругаю. Вот. И многие спрашивали, как я справляюсь с подобными, наверное, эмоциями, да? Никак. Я себя принимаю такую, какая я есть, со всеми недостатками и негативами. Я вообще себя жалею в этот момент. Ну, я начинаю понимать, что я просто устала, мне просто нужен отдых и вкусняшки. Вот. И я вот сейчас Денечку свожу к логопеду и... Приду домой, сделаю себе ванну с солью, буду смотреть сериальчики, не буду напрягаться сегодня вообще. Завтра начну. Вот сейчас, пока Дэнни будет заниматься, я себя побалую вот таким вот вкусным чаем. Кстати, тут интересно, в фитнес-клубе делают чай. У меня, кстати, есть все это. Сейчас еще попросила дольку лимона бросить. Сейчас вот я чай вытащу, чтобы он не был сильно крепким. И здесь вот сушеный апельсин, сушеный лимон, по-моему. И вот что это, интересно, гвоздика или что это? Это какая-то ягода. Вот это вот такая штука у меня есть, засушенная тоже. Что тут еще? Ягоды какие-то. Надо спросить вообще. И все, и добавляют черный чай. И вот я вкуснотень такая. Я даже без сахара пью. Взяла... Блин, любимые вафли, но они только с арахисом. Хотя я сейчас арахис не употребляю. Ну, считается он таким, короче, каким-то не очень хорошим, токсичным. Самым токсичным в обработке. Я уже где-то говорила, прочитала это в книге у человека, которому доверяю. Вот, но я очень люблю эти вафли и думаю, от одного батончика ничего не будет. Просто других не было, только вот с арахисом, к сожалению. В общем, в своем настроении таком я балую себя сладюшком. Полчаса у меня есть побыть наедине с самой собой. Ой, хочется плакать, вы не представляете, хочется плакать. Вот. Ну, я поплачу потом попозже. Просто люди кругом, что-то буду реветь сейчас. Жалко себя, жалко. Такая жалею, плачу. Как говорю себе, моя, это хорошая. Да попозже, это голосом. Ой, осталось 5 минут, сейчас Денечка придет уже. И знаете, что хотела сказать? Вот. Я хочу найти какую-то швабру моющую, короче, какую-то швабру такую, которой не надо вообще даже вот так, знаете, туда-сюда елозить. Которая бы оттирала бы полы сама, вот так вот, как робот-пылесос. Только робот-пылесос, он все-таки делает влажную уборку, пылючку вытирает везде. А вот хочется какую-то, вот знаете, как пылесос, да? Только какую-то швабру моющую, которая там крутится как следует, отмывает все, чтобы не нужно было, короче, усилия прилагать, тереть. У Любашки что-то вроде было прикольное, она хвалила свою швабру. Надо что-то поискать, посмотреть подобное. Надоело мне елозить шваброй. А еще настроение сейчас появилось немножечко. Посмотрела, где у нас в Ростове можно купить Зизи. Вот, и два местечка нашла. Одно до 7 работает, одно до 8. Я сейчас поеду в ту сторону. Нагибина, это у нас туда, и как раз там рядом центр тоже, да. Сейчас поеду в ту сторону, сейчас выходные, я думаю, пробок не будет, хотя на улице продолжает снежок идти. Но у них вроде есть Зизи натуральных цветов, подберу. Все одного цвета под свой цвет волос. Как я понимаю, что Денька очень хорошо позанимался умственно. Он дрыхнет. И после логопеда, кстати, вот так все время, полчаса с логопедом, и все, он садится в машину, и я такая слышу, он затих. Я говорю, чего, поворачиваюсь к нему, он такой, я устал. И все, я отворачиваюсь 5 минут, а он спит.
А сегодня она, кстати, его тоже очень хвалила. Она каждый раз его так хвалит, говорит: ой, молодец, вот я вот запускаем вот эти механизмы, вот эти. Мне, говорит, нравится. Я его начинаю путать. Они там делали упражнения там всякое. Вот. И она говорит, я начинаю его путать. Он такой смотрит на меня, понимает, что что-то не так. То есть сначала они делали упражнения, ну, правильно там, как надо, да? А потом она начала путать и говорить неправильно. Он говорит, так на меня смотрит. Типа, что-то не так. Она говорит, ну, давай разбираться, что же не так. Вот. В общем, говорят, сегодня хорошо позанимались. Ну, вот я вижу. Девочки, как круто, повезло, просто вот сбегала, малышня спит, пока вот сосед, вот она дверь прям рядышком здесь, забежала, купила вот такие вот косички, у них есть цвет, как раз две пачки оставалось, я ее две пачки взяла, потому что все-таки четыре пачки на голове тяжко носить, а если подмой цвет волос, мне кажется, будет идеально, просто идеально. Ну что, мои хорошие, как всегда, я села монтировать для вас видео, в общем, весь влог уже просмотрела и решила закончить это видео. На самом деле, да, очень эмоциональный сегодня нервный день был. Пришлось выпить успокоительное, я уже говорила, да, об этом. Ну, вроде успокоилась, сейчас еще выпью успокоительное. Пойду уложу малыша и, наверное, не знаю, сделаю я себе ванну или не сделаю ванну. Я еще думаю, что играет роль вот мои косички, которые на голове. Я уже их ношу неделю, по-моему. И я думаю, что я подустала. Во-первых, мне хочется помыть голову. Вот. А во-вторых, когда я вплела четвертую пачку, мне их тяжело стало чутка носить. Поэтому вот я темные, когда буду делать, я буду делать три пачки. И это намного легче. Вот прям плюс один играет роль. И мне уже тяжело, и знаете, меня, наверное, чуть подраздражает, а, ну, как бы, а ты не поймешь, да, оно как-то вот фоном так как-то раздражает, устала голова немного, и такое вот есть легкое раздражение. Вот, и вот прям это ощущать я начала, когда вплела темные пряди, четвертую пачку, это жирно для головы, много. Вот, ну, сейчас я немножечко успокоилась, с Таней то, что мы готовили, вот это веселились, тоже посмотрела, ну, это, конечно, это наши, знаете, вот эти вот такие, бывают притирки, я человек, который, ну, как бы, я люблю спорить, в споре рождается истина, и вот, знаете, если голословно кто-то что-то говорит, а особенно, когда говорит что-то, обсирая мои прекрасные ручки, которые готовить умеют, и умеют готовить вкусно, никто не жаловался, да, вот, и тут заявляют тебе такое, что дело, блин, в руках, а не в рецепте, понимаете, и, конечно же, я за язык никого не тянула, давайте доказывайте, вот, и мне, конечно, было приятно, что на самом деле, да, дело в рецепте, и дело в том, где готовишь, ну, наверное, этот рецепт запеканки не очень хорош. Вот, и, возможно, в мультиварке тоже, ой, и, возможно, в мультипекаре, да, вот эта запеканка не очень вкусна, возможно, какие-то другие блюда суперские, как, например, бутербродики, да, мы делаем, а вот запеканка лучше делать ее в духовке или там в мультиварке. Вот, ну, я рада, что для Танюши открылась истина. Ну, просто для меня как-то очевидно, да, что просто если бы так было, то... Я даже просто представляю ларьки там, да, где люди готовят, там, не знаю, блинная, вот эта вкуснолюбов, там, я не знаю, ну, то есть повара там же меняются, там же не работает один повар с утра до вечера, да, там смена идет, работают несколько человек, несколько рук, и есть один рецепт, Макдональдс тот же, понимаете, то есть если бы это все зависело от рук, которые готовят, то в принципе все бургеры были бы разные, в зависимости от того, кто их готовит, да, там блины все готовились бы по-разному, но нет, есть универсальный рецепт, секретный какой-то, который готовится, да, он идет по шаблону, и тут уже не важно, кто его готовит, всегда будет вкусно, потому что там есть свои особые приколы и рецепты, вот, а от рук это никак не зависит. Это может зависеть, да, от печки, от, не знаю, чуть приперчил, как порезал, как бы, да, все это играет роль, но если два человека делают одинаковый абсолютно рецепт, используя все в точности одинаково, то получится одинаково вкусно или одинаково невкусно. Я вот почему-то в этом убеждена. Вот. Ну, опять же, в пример, вот все эти сети... Да, фастфудов, которые готовят по одному какому-то рецепту, и там большая текучка кадров. Вот.
В общем-то, сейчас я выпью еще успокоительное. Я уже немного успокоилась, но я просто хочу еще прям, знаете, глубоко так успокоиться. Возможно, я поплачу, что я делаю очень редко, крайне редко. И сейчас говорю об этом и грустно немножко. Просто я очень не люблю, когда мои эмоции выходят из-под контроля у меня. Мне сразу становится как-то так внутри стыдно за себя, знаете, так вот не одобряю я себя, так вот показала себя в каком-то некрасивом свете, там вот я нервная, вот что-то меня раздражает какой-то звук, раздражают какие-то голоса, у меня шумит голова, я уже начинаю вот так вот кричать, вот просто, блин, господи, господи, тишину мне, пожалуйста, резко, да, вот как-то вот такое, что уже в руках себя не можешь держать. И вот все раздражает по мелочи, вот тут тебя раздражает, это раздражает, это раздражает, и кучу мыслей в голове, и все тебя бесит. Такое бывает. Вот. Ну, много ответственности, может, где-то беру на себя. Конечно, да, надо отдыхать. Ну и вообще, наверное, условия какие-то. Я заметила, когда я вот сама с собой, да, и никого нет, я поспокойнее. Когда появляются какие-то люди, вот в последнее время, да, со мной в гости, кто-то ко мне приезжает, у меня начинается повышенная какая-то ответственность, да. То есть уделение внимания, я начинаю много разговаривать. Я и так, когда снимаю, много разговариваю, да, я устаю, у меня горло устает, мне хочется тишины больше, да. Вот, а когда приходят гости, да, или я встречаюсь где-то с кем-то, да, или вот какая-то движуха происходит, для меня это шумно, для меня это как-то много, да, и у меня какая-то повышенная нервная активность, вот, и я от нее очень быстро устаю, вот просто я к чему, что я заметила, да, и надо эти моменты очень сильно контролить. Видимо, возраст... У меня мама вообще, честно говоря, любит находиться одна, всегда. И ее, если куда-то вытащить, да, для нее это целое дело. Я ее все больше и больше начинаю понимать. Я тоже как-то все больше и больше. Раньше такого не было. Раньше вообще сама с собой не могла находиться. Мне все время хотелось куда-то. Со мной кто-то рядом всегда должен находиться. И я себя комфортно чувствовала рядом с кем-то. С друзьями, там, не знаю, в тусовке какой-то, в компании большой, много людей новых, я легко вливаюсь в коллективы, да. А вот чем старше становлюсь, тем больше я понимаю, что, во-первых, у меня любовь к себе все больше и больше, мне реально кайфово с самой собой, мне ничего не надо. Ну, по магазинам походить иногда, да, ну, картинки сменить, как бы, да. Но вот так, чтобы... мне было скучно или одиноко с самой собой, нет, мне кайф, я себя развлеку как угодно вообще, масса всего, чем я могу себя развлечь. И главное, тишина и спокойствие, чтобы не было никакой суеты. Ну, вот так вот. Ладно, короче, влог затягивается, какой-то он длиннючий получился. Следующий влог у нас начнется, девочки, с того, что я не буду в этот раз мыть голову с косами, я их сниму. Я их сниму, я помою голову, это у нас следующий влог начнется уже, с завтрашнего дня начну снимать. Я помою голову, сниму косички, мы посмотрим, какая я буду пушистая, мне кажется, такая одуванчик. Сниму косички, посмотрим, какие волосы после этих косичек, потому что говорят, что вроде портится от косичек волосы, что они как-то там себя чувствуют, я посмотрю, заценю. Помою голову, отдохну, как раз зубы рвать нужно будет, да, я не хочу, чтобы что-то меня напрягало, отвлекало, вот, с обычными волосами пойду. Вот, потом уже сделаю новые, купила новые классные прядки, да, потом сделаю, еще хочу попробовать их накрутить, ну, короче, это все в будущем, увидите. Вот, сенегальских так и не нашла, которые темные в белый переход. Это, наверное, надо будет, правда, заказывать на Алике. Но я еще поищу в Ростове здесь. Если прям вообще конкретно не найду, то не найду, уже буду заказывать на Алике. Вот. В общем, все. В следующем блоге новые события. Я вас люблю, целую. Постарайтесь относиться ко всему с легкостью, с юмором. К моему влогу, да. На мои жалобы тоже остро не реагируйте. На наши споры с Танюшей тоже остро не реагируйте. В общем, все хорошо в целом. Вот.
Я вас люблю, целую, прощаюсь. До следующего видео. Всем пока.